Приветствую! В основном на моем канале вы смотрите видео про прекрасный окружающий нас мир. Сегодня я расскажу вам немного о другом. О чем? Смотрите прямо сейчас. Кто бы мог подумать, что опытный экскаваторщик играет в баскетбол лучше, чем вы? Запуск ракеты – редкое явление. Это инженерное чудо стоит миллионы долларов и выполняет многочисленные миссии за пределами нашей атмосферы. А еще более редкое событие, чем это – запущенная ракета, пораженная молнией. Медведи – свирепые животные. Но вы знаете, что они также замечательно умеют играть в мяч? Посмотрите, как этот медведь одной лапой ловит брошенный ему хлеб. Этот пилот лучше управляет самолетом, летящим задним ходом, чем любой водитель, которого мы знаем, что весьма впечатляет. Учитывая, что реактивные самолеты не должны летать задним ходом. Кому понравится такое, когда вы спускаете свой пикап с поводка, и он отправляется бродить по городу без вашего разрешения? Технологии действительно идут в ногу со временем, и это лучше всего видно на шоу дронов, где сотни и тысячи беспилотников совершают скоординированные движения, чтобы создать в небе сложные изображения. Вот взлет такого флота дронов. На первый взгляд может показаться, что это одно из тех душевных видео, где человек и собака становятся лучшими друзьями. Но оказывается, что эта собака хотела дать понять, что это ее территория, и что никто не может фотографировать без разрешения. Похоже, что сегодня в качестве гарнира в ресторане в меню не будет риса. Почему самые странные вещи всегда происходят в парикмахерских? После этих кадров, думаем, она станет самой востребованной официанткой в мире. Пример того, как ваши игровые навыки спасают вам жизнь в реальности. Смотритель в зоопарке едва избежал нападения слона. Его спасла лестница. Вот на что это похоже, когда два друга, которые никогда раньше не работали строителями, решают сделать ремонт в доме. Тяжелые тренировки с большим количеством повторений лучше всего подходят для похудения, но вы должны быть осторожными, когда тренируетесь в одиночку. К счастью, этот парень пришел ей на помощь. Маленькая собачка бросается к мужчине и прыгает на него. Они оба неожиданно падают с шезлонга в путанице конечностей и смеха. В комедии ошибок они пытаются переставить мебель в доме, что приводит к катастрофической цепи событий, кульминацией которых становится разбитый дорогой стеклянный стол. Их рабочий день подходит к концу, и они спешно пытались закончить работу, но их спешка привела к небрежности. Теперь, как следствие этой ошибки, им придется задержаться, чтобы исправить беспорядок, который они нечаянно создали. Грузовик с кирпичами перевернулся, из-за чего задерживается строительство чьего-то дома. Похоже, им придется подождать еще немного, прежде чем начать закладывать фундамент. Этот грузовик раздает бесплатные напитки. Быть осторожным – всегда хорошая идея, но давайте не будем перегибать палку. Из-за халатности, когда водитель не поставил машину на ручник, теперь ему придется чинить и забор, и машину. Полицейская машина заслоняет пожилого человека, чтобы обеспечить ему безопасный переход улицы. Это душевное напоминание о том, что даже в разгар дорожного движения всегда есть место защите и заботе. Глядя в окно, они подумали, что идет дождь, но к своему шоку, когда вышли на улицу, поняли, что это не так. Это напоминание о том, насколько неожиданными могут быть жизненные сюрпризы. Этот джентльмен внизу, вероятно, не бросил на удачу монетку в фонтан, и в него попала монета, брошенная этой дамой.
Интересная ситуация на дороге. Они действительно играют в шахматы с этими конусами? Эта сцена разворачивается во время сильного урагана, когда камера кафе снимает хаос снаружи. Ветер воет и сеет панику. Вот захватывающий момент, когда порыв срывает двери с петель. Девушка только что рассталась со своим парнем и чувствует себя невероятно грустно. Ее наблюдательный кот замечает ее печаль и пытается утешить. Именно такие моменты напоминают о том, как сильно нам нужна такая поддержка в трудные времена. В парикмахерской происходит странная ситуация, когда одно кресло падает, оставляя клиента в шоке. Подумав, что это единичный случай, женщина быстро пересела на другое кресло, только затем, чтобы произошел тот же неожиданный казус. Необычная последовательность событий, которая оставляет и клиента, и парикмахера в недоумении. Взгляните на эту необычную ситуацию на эскалаторе. Думаем, им стоило выбрать лифт. Эта необычная ситуация произошла на дороге ночью. Ее запечатлели эти отважные люди в машине. Нет, в эту девушку не вселился злой дух. Когда она входила в свой дом, то случайно попала в паутину. Мы все знаем про отношения между женщинами и пауками. Это была просто безобидная встреча, которая на мгновение напугала ее. Они только что установили на работе камеры наблюдения по просьбе босса, и сотрудники не были в восторге от этого. В ответ они решили разыграть перед камерами различные юмористические сценки, не зная, что их выходки будут, похоже, выложены в открытый доступ. Думаем, в следующий раз они заплатят за парковку для велосипедов. Самообслуживание в кафе – удобная функция, особенно если у вас не задался день, как у этого мужчины. Друзья, не стесняйтесь писать в комментариях, о чем еще бы вы хотели узнать. Я читаю все комментарии и обязательно сделаю видео на желанную тему. До завтра!